Всем привет, дорогие ребятушки, с вами Дарит, добро пожаловать в игрушку Evolution Planet Gold Edition, это вторая серия, ребят. Вот, давайте продолжим играть, там дальше будет еще интереснее. Рулетка дня. Давайте остановим, можно что-нибудь получить. Соточка, соточка, ребят, тут тоже есть рулетка, это очень круто. А что такое? 50 хотя бы, дайте мне 50, пожалуйста. Отлично. 50 кристаллов, ребят, это... Остановить сейчас, рулетка дня. А, максимум 100 видео можно выиграть. В смысле, а что я сделал? Зачем я еще раз крутанул? Я могу получить 25, еще меньше. 100, 100, пожалуйста. И сколько раз ты будешь крутиться, интересно? Я хочу 100, давай, 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 давай. Пожалуйста, да. Вот, все, стоп, остановись. Да. Сейчас сотню мы заработали. Она 150, я так понимаю. Через 23 часа она обновится. Остановить за 50. Нет, я не хочу за 50 останавливать. Все, давайте уже дальше продолжим. Собранные кристаллы 5 из 15. Достижение. А, мне до... Мне нужно 10 лягушек собрать. Давайте это сделаем. Создайте 10 лягушек. Я готов к созданию лягушек. Так, отлично, принцип понятен. Так, сейчас у нас будет синенькая. Самый простой. Самый примитивный существо, самое примитивное. Отлично. Давайте сюда сделаем. Ну ладно. Вот так я хочу. Лягушка есть. Давайте сюда поставим. Нам кристаллик пригодится. Так, сюда. Ладно, давайте. Нет, сюда надо будет в конце сам поставить, чтобы лягушка образовалась. Вот так сделаем. И вот так. Так, три лягушки у нас собраны. Три лягушки есть, это уже хорошо. Так, куда хоть тебя поставить? Вот, может быть, сюда? Давайте сюда поставим. Отлично. Тебя сюда. Мне бы еще одну минуту. В принципе, ее можно подвинуть за пятерочку. Давайте так и сделаем. Отлично. Тебя тоже подвинем. Хорошо. Пока что давайте соединять. Вот так. Еще одна будет лягушка у нас. Так, я поставил, наверное, бы тебя вот сюда. И сюда. А лягушку сколько стоит подвинуть? 25, нет, пока что не будем двигать. Хотя, давайте подвинем, почему бы нет? У нас два динозаврика, ребята. Я хочу... Что будет, если третьего динозаврика мы соберем? Наверное, будет круто. Так, как бы вас подвинуть? Давайте тебя сюда. Тебя сюда подвинем. А можно как-то поменяться? А, он выпрыгнул за воду. С карты выпрыгнул. Нам осталось три лягушки. У нас слишком мало существ осталось. Нам надо собрать лягушку по-любому. Давайте тебя поставим. О, отлично. Тебя мы повыше поднимем. Тебя мы сюда, да? Все правильно пока что у нас. Два существа у меня осталось.
Тебя я сюда поставлю. Рулетка, да, конечно, давайте используем шанс. Чтобы прыгнуть, оказывается, тоже существо надо потратить. Я думал, что не обязательно. Мне нужен дополнительный. Только не пустая, нет. Ничего не выиграли. Давайте повторим. А, все. Опять 10 лягушек создавать нам надо. Да что у вас? Хорошо, сейчас мы быстро все сделаем. 26 осталось. Смотрите, допустим, 25 осталось. Я вот этим прыгаю. Видите, тратится существо все равно. То есть смысла нету перепрыгивать. Нужно создавать как можно больше. Одна есть лягушка. Так. По крайней мере, стало что-то у нас хотя бы получаться. Да, это сюда. А это сюда. Пойдет. Отлично. Так, ты у нас будешь здесь. Надо создать как можно больше красных медуз. Вот, ты сюда пойдешь. Хорошо, есть дракончик. Продолжим. Так, еще одна медуза. И вот она, отлично. Лягушка. Три лягушки осталось. Слишком мало, я хочу, чтобы побольше было их. Хорошо, тебя поставим. Да уж, как-то тут не очень. Хорошо, тебя сюда поставим. А тебя поставим, наверное, все-таки вот сюда, наверное. Еще один динозаврик. А, две лягушки осталось нам сделать. Я думаю, у нас должно получиться. Вот сюда я поставлю. Последняя лягушка нам осталась. Последнюю лягушку собрать. Сейчас мы это сделаем. Вот, все, отлично. 10 лягушек есть. Великолепно. Не забывайте, ребят, ставить пальчики вверх, комментировать видео. За это вам особая благодарочка. Чем больше видео узнают, посмотрят, больше подписчиков, ребят, больше доната, больше всего интересного у нас будет. Чем больше нас, тем круче будет. Так, достижения, какие-то ключики. Собранные кристаллы, интересно. А события заключенных существ. Такого еще не было. Вот заключенное существо. А, нажмите на существо, удерживая клавишу, чтобы переместиться. Донесите ключ до клетки, чтобы освободить заключенное существо. Так, один есть готовый, теперь вот этим надо дойти. Ну, так просто нам не дойдешь, нам надо еще вот этих убить. Ну-ка. Отлично, два готовы. Давайте тебя поставим. Ладно, мне надо идти вверх. Их все больше и больше становится. Сейчас едим вот этих. Это было легко, я думаю. Сюда. И освобождаем существо. Все, отлично. Ух ты, смотрите, как скушало. Великолепно. Комбо 4. Две звезды, к сожалению. Ладно. Идем дальше.
Я так понимаю, после динозаврика следующее существо будет вот этот какой-то интересный. Посмотрим. А, три лягушки и восьмерых убить. Восемь мутантов. Давайте попробуем. Король существ может победить врагов одного и того же уровня. А, то есть я не могу этого уровня победить. А если у меня будет король, то он побеждает. Одинакового уровня не может друг друга убить. Все понятно. А вот король может. Вот это зачем? А, я могу его хоть куда поставить. Восьмерых будет сложновато, конечно, убить, мне кажется. Рановато ты появился. Можно за кристаллы тебя убрать. Вот и все. Ну-ка. А, король существ не получится у меня так. Такая сложная игрушка, ребят. Хорошо, тебя сюда поставим. И вообще тебя можно выкинуть. Так у меня все равно ход за это тратится. Ладно. Выкинем. Король существ. А. В принципе, так я его легко победю. У меня надо вот этих убить, а медузы-то нету. Так, одного сели. Так, еще одного убили. Двоих нам надо убить и лягушки еще собрать. Собрать лягушек, собрать. Давайте его просто выкинем. Я тоже выкину. Теперь только у нас задача лягушек собрать. Так, ну тебя мы сюда поставим. Все отлично. Попрыгал на них. Забавно. Great, отлично. Ух ты, сколько много бонусов. А, ты все на две звезды. Ну ладно, продолжим. Продолжим наше путешествие. И впереди у нас 13 уровень. Скоро мы с вами эту локацию вообще пройдем. Смотрите, а следующая локация будет у нас. Ух ты, смотрите. Ледники, потом пустыня у нас будет, потом какой-то оазис, очень красиво сделано, да? Такая картинка, оазис, какие-то горы, ребят, тоже песчаные, и вулкан, вулканическая. Будет, конечно, все интересно посмотреть это. Нам надо будет постараться, конечно же. Блок, пройдите остров 1 для разблокирования режима выживания. И в режим выживания тоже будет интересно посмотреть. А достижение 3 лягушки и 350 очков. Давайте попробуем. Дополнительные очки нам не помешают. Так. Отлично. Стали поважнее, мне кажется. Давайте сюда допрыгнем. Хорошо. Еще надо одну лягушку собрать.
Третья лягушка должна быть где стоять? Где их? Где? Давайте тут хотя бы, чтобы нам стояла. Давайте сюда прыгнем. Оба. Динозаврик. Блин, все потратил алмазы свои. Здание выполнено на отлично. Крутяк. 5 алмазиков. Слишком мало. Также нам нужно будет освободить своих заключенных, заложников. Ходы не безграничны. Давайте пойдем уже. А это что такое? Отменить действие. Второй уровень эволюции медузы превращается в лягушку. Я могу именно конкретно, допустим, взять, что ли? Ух ты, смотрите, он стал более крутым. Мне надо будет пройти. С ним уже будет сложно разделаться. Отлично. Так, мы его освободили. Вообще, я могу прыгать ими. Так, ладно, давайте пойдем. Здесь меня никто не съест. Сейчас лягушка прыгнем. А, не хватает, ребят. Для прыжка. А он не всех съест. Вот засада-то. Давайте просто отскочим. Можно же подвинуть. Все, освободили. Динозаврик расправился с ним. Хорошо. Ну тут да, все сложнее и сложнее, ребята. Я не знал, как мы будем дальше справляться. Но если игрушка понравится, мы с вами, конечно же, продолжим играть. 15 левел, ребята, последний. А потом будут ледяные горы. Ледяные горы у нас уже будут в другой серии. А, так, бонус. Собери столько кристаллов, сколько сможешь. Этот уровень может быть пройден только один раз. Давайте начнем. Так. Что такое? А как вот этого взять, интересно? Вот этот летает, вот что он летает, как мне его забрать, я не знаю. Я вроде встаю и сюда. А, сюда можно только вот этого поставить. Не понял. Ух ты, сколько много собрал. Сюда поставим. А, вот как ее взять надо. Посередине стояла медуза. 54 бонуса. Ну, нормально. Последний 15 левел. Поразите гигантскую амебу. Получите 160 очков. Гигантская амеба. Это главарь. Вот она, смотрите. Спьется. Ах ты, она потом убивает их. А, я понял, так-то просто с ней не справишься. Делаем вот так, а потом вот сюда.
Отлично. Так, сюда ставим. Сюда. А я могу вот тебя, допустим, взять? Good. Допустим, я вот тебя возьму. А, за 15. Все понятно, я могу дополнительно покупать их. Все, я сюда не могу встать. А, нет, могу. Great. Еще два раза осталось. А, нельзя так. Так, последний. Последняя жизнь осталась. Все, ребят, справились. Это был только первый главарь, потом будет сложнее, я думаю. Круто. Сколько звезд? Маловато. Две звезды. Ух ты, а там будет интересно. Новый остров разблокирован, режим выживания разблокирован, ребят. Лучший результат, возможные результаты. Я просто загляну, ребят, один раз. А в новую локацию будем играть уже в следующей серии. Ну, все понятно, я их создаю. У нас бесконечные ходы, так понимаю. Тут можно будет посмотреть вообще, кто тут есть у нас. Ну, эволюция вообще как происходит. Покупать также можно, но я думаю, нет смысла тратить. Вот лягушка. Сейчас я покажу. Я медузу еще. Ладно, я знаю, как сделать. И как мы выживем вообще? Насколько? Она должна съесть его, видите, потому что у нее корона стоит. Тут можно кристалл зарабатывать. Плохо. Что-то я вообще не то делаю. Что я творю вообще? Ух ты, у меня сразу, смотрите, кто появился. Отлично. Появится у меня дракончик еще или нет? Неплохо. Так, затоптали. 100 штук стоит, чтобы передвинуться. Жестоко. Блин, поторопился. О, лягушку могу поставить куда хочу. Сюда поставим. А, я могу переместить кого-нибудь. Вот сюда переместим. И посмотрим, кто после как раз дракончика у нас будет. Еще одна лягушка. А мне надо, чтобы он тут появился. Все, я понял.
Что я сделал? Зачем я это сделал? А, ну вот. Сейчас посмотрим, кто появится. Мамонт появился. А после мамонта я уже не знал, кто ребят появится. Можете ваши догадки писать. Ну тут жесть, что творится. Ужас. Нас побеждают, ребят, как хотят. Как долго я продержусь, я даже не знаю. Так, королева. А, лягушка. Ух ты. Дракоша появился. Ну, так хорошо. Тут лягушка сейчас у нас появится. Как долго мы выживем, я не знаю, как долго протянем. Надо загородить. Походу, дело тут уже хана. Уже не знаю, куда что ставить. О, отлично. Так, тебя тоже поставим. Уже много лягушек. Тут появится лягушка, значит, нам надо сюда поставить. Отлично. Два мамонта. Ух ты. Импрессин. Что будет после мамонта, я даже, ребят, теряюсь в догадках, не знаю. Ну, по крайней мере, вы смотрели. Лягушка. Наверное, сюда поставим. Так, хорошо. Стараюсь как могу. Крутиться, вертеться. Там такая борьба уже жестоко начинается. Уже не знаю, что ставить, куда. Походу, дело-то все хана. Мой результат 8676. Новый рекорд. Я думаю, он сохранится у нас. Вот он, мой лучший результат. Так, ну что ж, первую локацию мы прошли, ребят, оценивайте видео, игру. Если вам нравится, ставьте пальцы вверх, ребят, вы мне этим очень сильно поможете. Вот, и чем будет больше нас, чем будет больше подписчиков, тем будет больше интересных серий. Я стараюсь снимать серии каждый день, ребят. А пока что всем до скорого, пока-пока.